Всем привет! Сегодня природу хочу показать нашу. Тайгу, красавица. Август месяц, сегодня 8 число. Папоротник. Все зеленое, красота. Вот, грибы уже. Дождей вообще сейчас нет. Вот. Грибы. Сыроежки, по-моему. Вот. Уже червивые. Грибов здесь полно, когда пройдут дожди. Вот такая красота здесь. Птиц. Сейчас видел двух снегирей. Дятел где-то орёт. Есть здоровые, огромные черные дятлы. Бурундуки, белки, что здесь только? Куропатки, глухари. Ну, это тайга. Красавица. Уже почти лето прошло. Скоро начнется желтеть. Грибов. Здесь полно грибов. Я обязательно как-нибудь сниму. Когда сейчас иду по тропинке. Смотрю. Ну, когда пойдут, сейчас дожди нужны. А у нас в Сибири уже сколько дней, это просто аномально как-то. Вот сегодня тоже по 30 обещали. Сейчас часов 9 утра. Жара стоит ужасная. Поэтому и грибов сейчас еще не уже должны были бы пойти. Вот, тропинка и такая здесь. По ней, да вот она. Тишина, свежий воздух. Красота. Вот вокруг все. Зелень, тишина. Дятлы. Поют, но уже такие певчие. Соловьи, малови уже все перестали петь. Поутру рано бывает. Но зато комарья много. Мошки. Вот такие дела. Вот так красиво здесь в тайге. Где-то дятлы орут только. Ну ладно. Всем пока. Скоро увидимся.